Я думаю, что всякий человек с возрастом, осмысливая свой жизненный опыт, находит в нем довольно много вещей, которые трудно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла. Я, значит, здесь не исключение, и, конечно, я живу в предположении, что нечто там потустороннее может существовать. И вообще нужно, стараюсь жить так, как будто вот на меня все время кто-то смотрит сверху и все про меня знает. Жить все время как будто под камерой, значит, это один из способов, собственно, жить без ранья. Вот. Поэтому на меня невозможно, например, найти компромат никакой, потому что его физически нет. Вот, но что касается вот этих людей, которые продают свой дар, я отношусь к ним, в общем, с большими сомнениями. Не говоря же о том, что я отношусь к ним плохо, потому что довольно много таких людей существует, которые, например, лишают людей, больных онкологическими заболеваниями, на шанс выздороветь. Люди приходят в онкоцентр имени Блохина, который увешан весь рекламами лечения рака травой, отправляется туда, теряет время и умирает. Не существует ни одного примера того, как такие люди вылечили человека от онкологического заболевания. Вот ни одного. Поэтому вот все мое отношение к ним базируется на знании этого простого факта.